Или, может, уже хватит? Да, Лешенька, ты прав, хватит. Хватит унижаться и жить на этом свете. Господи, ты опять намекаешь, ты хочешь покончить с собой? Класс, мне нравится твоя идея. Стой здесь, я помогу. А ну-ка. Ножи убивать утром, я очень на это надеюсь. Нашла, почти все. Начнем? Что начнем? Так что, убивать тебя? Ну ты же хотела покончить с собой. Смотри, есть выбор. Можем тебя повесить. Есть веревка, мыло. Ароматное такое. Ты сможешь подкинуть веревку туда на люстру, а? Ну, ты спортсмен, ну? Чисто теоретически, да, могу. Можешь. Леш, ты сейчас понимаешь, что ты говоришь? Ты же мой друг детства, как ты можешь так со мной? Второй вариант. Ты можешь отродиться. Смотри, столько таблеток. Класс, ты накидаешься, и тебя не откачаю. Только подожди. Ты макияж нанеси, хорошо? Пудры, пудры, больше пудры. Зачем? Да чтобы тебя не испугались в морге, потому что у них же все глаза выкатываются, они такие все опухшие, язык вылазывается. Подожди, белье! Белье на тебе вверх и не с одного комплекта, потому что там же раздевают декола, будь неловко. Шокнутая! Вы все тут ку**ли заодно! Ребята, сейчас. Браво, Лида, браво! После такого шоу я бы лично в петлю не полез. Лида, а ты палку не перегнула? Как по мне, самое то.